Привет, мои дорогие! Сегодня у нас быстрый, вкусный летний ужин. Нам для этого понадобятся очень вкусные, самые спелые помидоры, которые только у вас есть. Мы их, кстати, заливаем кипятком, снимаем кожуру, а затем в блендеры измельчаем, но не очень мелко. Это будет основа для супа гаспачо. Затем нам нужны перцы, мы их просто порежем мелко. Огурчики, хорошие хрустящие огурчики. Один зубчик чеснока, сельдерей. Вот такой зеленый у меня лучок есть. Базилик, любая зелень. Вот у меня оказался базилик, петрушка. Мы это измельчаем в тарелочку. Так, сельдерей сказала. Отварное яйцо для большей сытости. Лимонный, немножко, половинку лимона, я думаю, отожмем для сока. Добавляем бальзамик, винегер, соль, перец и хлеб. И все это удивительно вкусный гаспачо.